Ребята, всем огромный привет! С вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием PUBG Drive. Друзья, сегодня у нас будут прыжки на выживание. Мы находимся вместе с вами вот на такой вот прикольной карте с таким вот мостом, друзья, разрушенным, который выглядит, ну, очень, ребят, опасно, максимально просто опасно. И также у нас есть специально такие трамплины, на которых мы вот так разгоняемся, ребят, подлетаем и летим на другую часть моста. Но самое прикольное, что расстояние большое, и внизу, ребят, у нас гигантская пропасть, в которую мы будем падать в случае чего, если не сможем долететь, друзья. Поэтому сегодня, используя различные машины, мы вместе с вами попробуем перелететь эту пропасть. У меня уже был подобный ролик, друзья, очень давно. Он вам безумно понравился, и я думаю, а почему бы и не использовать новые машины, не попробовать, друзья, повторить этот эксперимент вновь. Я думаю, в принципе, будет действительно весело, прикольно и забавно. Ну и как вы уже смогли увидеть и догадаться, это наша первая машина Kia Stinger, друзья. Выглядит прикольно, спортивная тачка, ну я так подумал, знаете, логически поразмыслил. Ну какая машина может перелететь эту пропасть? Ну конечно быстрая, поэтому, ребят, Kia Stinger это такая спортивная тачка, довольно быстрая. И на ней сегодня мы открываем наши прыжки, открываем сезон, ребята, смертельных прыжков. Поставьте лайкосик и погнали. Я нажимаю педаль, я нажимаю газ в пол, друзья, и я просто не отпускаю. Я стараюсь держать скорость, стараюсь держать управление. Мы будем стартовать с одного места на всех машинах, чтобы было максимально честно, ребят, чтобы было максимально клево. Итак, мы разгоняемся, и вот он наш трамплин, мы подлетаем и перелетели. Нет, ё-моё, ребят, хотя да, хотя мы перелетели, ребят. Я вас поздравляю, вот она наша Kia Stinger. Ну, я даже не знаю, ребят, радоваться или плакать. Как бы тачку мы угробили. Ну, мы как бы, ну, логически, да, вот если посудить, мы перелетели, друзья. Но мы не можем продолжать наш путь, поэтому эксперимент мы продолжаем. Возможно, будут машинки, которые смогут перелететь нормально. Но давайте на каждой машинке по два вылета, ребят, чтобы было максимально честно. Вдруг со второй попытки мы полетим как-нибудь по другой траектории и все сделаем максимально круто. Друзья, такое же возможно? Я думаю, возможно. Поэтому поехали, друзья, держим скорость и полетели немножко по другим углом, вот сюда. Может, тут будет лучше? Нифига, друзья, по-моему, еще хуже. Впечатываемся мы просто в железную арматуру, ребят, и летим дальше вот таким вот... жестким методом. Офигеть, ребят. Офигеть просто. Вот это бедная Kia Stinger. Вот это круто. Ладно, Kia Stinger не справилась. Давайте попробуем добавить машину помощнее какую-нибудь. А что у нас может быть мощнее Kia Stinger? Ну, наверное, Lamborghini Veneno, ребят. Выглядит максимально опасно. Посмотрите, какой у нее зад, ребят. Уф, просто классная тачка. Ну и посмотрим, как она будет ехать, друзья. Посмотрим, как она будет разгоняться. Пока что, если честно, друзья... Что это за прикол? У нас Kia Stinger ехала гораздо быстрее, ребят, мне кажется. Но, возможно, здесь будет влиять аэродинамика, ребят. Как вы знаете, в PUBG Drive это все влияет. Поэтому давайте посмотрим, как Lamborghini у нас вылетит. Итак, полетели. Смотрим, друзья. По-моему, мы летим еще хуже. По-моему, да, друзья. Мне кажется, но мы даже до арматуры не долетаем. Все правильно, друзья. А, нет, нет, даже до туда мы не долетели. Ну и наконец-то, ребят, я этого долго ждал. Мы летим с вами в пропасть, мы летим вместе с вами в бездну, а пока, друзья, мы летим, я хочу, чтобы вы ответили мне на один вопрос. Вы бы согласились рискнуть, ребят, в реальной жизни? Офигеть! Что стало с тачкой? Ё-моё, друзья, это не машина, это просто груда металла, самая настоящая. Просто ошметки, хлам, которые не примут даже, наверное, в металлолом, друзья. Ха-ха, посмотрите. Господи, это же была Lamborghini, ребят, Veneno, которая стоит невероятно огромных денег. Ну так вот, вернемся к моему вопросу. Вы бы согласились в реальной жизни, друзья, прыгнуть вот так вот через пропасть? Если вам сказал друг, у меня есть быстрая тачка, ну давайте возьмем Kia Stinger. Он говорит, садись ко мне, полетим сейчас по экстремалям. Ребят, напишите в комментариях, вот вы бы согласились. Если честно, я скажу за себя, я бы, друзья, вылез из этой машины сразу, сказал, не, извини, я на автобусе, лучше покатаюсь на трамвайчике, на троллейбусе, я не буду прыгать. Но вдруг у вас среди нас, точнее, есть экстремалы, напишите, как вы рискнули бы в комментариях, это будет круто. Но и второй заезд на Lamborghini Veneno, друзья, даем ей вторую попыточку исправить ситуацию, чтобы она вылетела вот так вот, как орел.
И сейчас мы, кстати, дальше полетели, друзья. Стоит отдать должное Ламбе. Мы полетели дальше, и мы все-таки это сделали. Ребят, мы перелетели, но, к сожалению, как и Kia Stinger, тачка у нас не выжила, и даже мы приземлились на крышу. Kia Stinger хотя бы у нас приземлялась на колеса. Окей, друзья, давайте попробуем добавить новую машину. Ну, казалось бы, друзья, что может быть быстрее Формулы-1? Ну, наверное, что-то и может быть, но я думаю, Формула-1 должна подойти, ребят, к нашему испытанию прямо максимально четко, потому что быстрая аэродинамика. Сейчас узнаем, друзья, как у нас с аэродинамикой дела. Ну и давайте разгоняемся. Но нас уже, друзья, что-то заносит. И, походу, надо будет разгоняться примерно прям сразу у трамплина, потому что, ребята, как-то ее шатает из стороны в сторону, если честно, эту машину. Ладно, 255 км в час мы не перелетели даже на Формуле-1. Серьезно, друзья? Даже Формула-1 у нас не справилась? Посмотрите, что осталось от нашей машины, друзья. На секундочку, это болид Формула-1, который стоит бешеных денег. И он не справляется с этой задачей, ребят. То есть, это как вообще? Я не понимаю, какая машина сможет справиться с этой задачей, ребят. Это прям очень интересно. Мне безумно хочется верить, что мы сегодня нормально перелетим с вами. И Формула-1 вообще не хочет. Ребят, ну просто она не хочет. Она меня подводит, и вообще я на нее рассчитывал, если честно, очень сильно, но, к сожалению, бамс. И все, друзья. И все, и мы не перелетели. Ну, это интересно, мы даже загорелись, друзья. Окей, давайте дадим шанс какой-нибудь другой машине. Ну что, друзья, вы, наверное, скажете, что я сошел просто с ума. Kia Stinger, Lamborghini Veneno, болид Формула-1, и тут шестерка, старая дедовская шестерка. Ну, ребят, да, я не сошел с ума, но это шестерка, действительно. И мы вместе с вами разгоняемся. Посмотрите, как это происходит медленно, ребят. Как неуверенно едет наша Жига, но не все так просто. Давайте посмотрим, друзья, на наш первый вылет, а потом я приготовил для вас небольшой сюрприз. Кто смотрел предыдущие ролики, уже, в принципе, догадался, какой план я задумал, но кто не смотрел, ребят, для вас сейчас будет прям жесткое удивление. Смотрите, у нас даже, ну, 100 км в час есть. Хорошо, мы вылетаем и не долетаем даже до арматуры, друзья, вообще не долетаем до моста и летим сразу в пропасть, друзья. У нас уже, он, капот приподнялся. Все нормально, как и должно быть. И бамс, и все. И шестерочка летит, ребят, в пропасть. Просто куда-то туда, далеко в бездну. Нормально, ребят, как вам? Как вам машина? Знаете, дед, можно взять тачку, прокатиться, там, девчонок покатать? Дед такой, да, можно, можно, только не поцарапай, аккуратно там. И вы, дедушка, извини, у меня тут проблема. Что случилось? Ну вот, машина ударил. Дед приходит, а там такая тачка просто, и все, ребят. И сразу, блин, я не знаю, было бы очень обидно, но не дай бог, конечно, такое случилось. Ну и, друзья, наверное, самая интересная часть сегодняшнего ролика, а именно связанная с шестеркой, у нас вот в чем. Это не просто, ребят, шестерка деда. Дед ее заправляет самогоном. А когда он заправляет ее самогоном, происходит турбоускорение, друзья. Я нажимаю секретную кнопку. Пошел у нас самогон, ребята, циркулировать по нашей шестерочке! План был, друзья, хороший, но я плох в математике, и риск был просчитан плохо. Посмотрите, ребят, что я сделал. Офигеть, это просто жестко. Да, друзья, в нашей шестерке есть секретная кнопка, которая активирует суперускорение. Давайте воспользуемся ей разумно и попробуем все-таки нормально перелететь, а то я слишком как-то увлекся, ребят, и мы просто улетели куда-то в космос. Давайте сейчас попробуем нормально все это сделать, и шестерка, друзья, я уверен, у нас справится с этой задачей, потому что... Ну, потому что, возможно, друзья, дедовский самогон, да, вот он работает, ребята, получше всяких бензинов. Итак, мы разгоняемся, разгоняемся, даем чуть-чуть газку и перелетаем на изи. На изи, друзья, мы перелетели, посмотрите, как хорошо. И вы скажете, ну окей, Kia Stinger перелетела, Lamborghini Veneno перелетела, и все, типа, не поедет дальше шестерка, друзья. Я хочу сказать, что нам не важен двигатель, мы без движка и без колес поедем. И поедем, друзья, 400 км в час, и даже больше, друзья, поедем. Мы просто валим, посмотрите, вот это самогон дед сделал, вот это мы просто в стратосферу улетели. Какой Илон Маск, какая Тесла, друзья, Жига, Жига, вот она что творит, друзья, просто чудеса. И вы скажете, ну окей.
Но это Шига. Она, наверное, заколдована, и дедовский самогон не работает. Ребята, я сейчас вас удивлю еще больше. Я думаю, что многие засомневались, да, в моей правоте, что это все действительно самогон, друзья дедовские. Смотрите, Волга. Соседская Волга. Дед наш дал соседу самогон, сосед заправил Волгу. Точнее, нет. Сначала он ее не заправил, просто вот он едет. Ребят, через этот мост мы все-таки пытаемся перелететь. Ребят, у нас челлендж такой, смертельные прыжки. Вот он просто едет, друзья, на бензине, да, заправил бензином Волгу, пытается что-то сделать. Ну, кстати, быстрее шестерки Волга у нас, потому что 120 км в час мы уже едем, даже больше, друзья, 130 практически. Он как бы вылетает, долетает, наверное, до арматуры, вписывается, друзья, красиво, причем вписывается в эту арматуру и летит, конечно, в бездну, в самое дно просто вниз, и я уверен, от Волги сейчас просто ничего, ребят, не останется. Ну, может, что-то останется, хотя я не уверен. И момент истины. Ху-ху. Да, разлетелась наша Волга, друзья, просто это вообще капец. И тут как бы другая задача. Мы заправили самогоном, сосед заправил дедовским самогоном, да, у соседа взял самогон. И тут-то, ребята, вот и открываются возможности волшебные этого напитка, ребят. Заправляем Волгу и просто... Какой мост? Мы перелетаем, нам нужно заселять Марс. И просто на Волге, друзья, мы летим в Марс. Это, конечно, круто. Ну, да, друзья, это, конечно, все шутки да шутки, потому что, действительно, у этих машин есть супер ускорение, и это круто. Ну, давайте, ребят, уже, чтобы было все честно, добавим обычную машину, быструю, и попробуем на ней перелететь без всяких секретных функций. Это было такое небольшое отступление, чтобы вы повеселились. Давайте, ребят, добавим действительно просто обычную быструю тачку, и на ней попробуем перелететь наш мост. Итак, друзья, не будем считать Волгу и шестерку, у нас была Kia Stinger, Lamborghini Venena, и получается, болид Формула-1. И сейчас я добавил одну из любимых моих машин, стандартных, невероятно быструю. Давайте все-таки на этой машинке попробуем без всяких секретных функций, без всякого дедовского самогона перелететь все-таки эту пропасть. Я надеюсь, друзья, у нас все получится, все в наших с вами руках. Едем мы 250 км в час, вылетаем, и мы идеально перелетаем, ребята, эту пропасть. Просто идеально. У нас даже двигатель, друзья, работает. Мы продолжаем идеально ехать. Прямо, да, бампер мы отломали, да, немножко плохо, но вот эта машина справляется с этой задачей, друзья, просто максимально хорошо, и сегодняшний челлендж, я думаю, получился действительно очень интересным. Я надеюсь, друзья, что вам все понравилось. Давайте все-таки дадим вылет второй, и давайте вот так с бачком вот так вот красиво перелетаем, чтобы вписаться прям, ребята, вот так вот. О-хо! Вот это красота, друзья, вот так мне нравится. И может в столбик еще? А ну-ка, перелетаем все столбики? Капец вообще, ну в один попали, ладно, друзья. И вот так вот, ребят, я уничтожил эту машину. Ну что ж, друзья, на такой вот бомбической ноте мой сегодняшний ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Пишите, друзья, в комментариях, что мне еще от кого позаписывать интересного в Beam & Joy Drive. Да и вообще, может быть, какие-нибудь еще игры прикольные для вас другие поснимать. Вот, не забывайте подписываться на канал. Обязательно оставляйте просто много положительных комментариев. В описании будут ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Я желаю всем всего-всего самого наилучшего. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не забывайте про лайки, про колокольчик. Обязательно подписывайтесь на канал, повторюсь. А на этом у меня все, с вами по-прежнему был Овер. Всем удачи и пока-пока!